Здорово, я, наверное, уже снял гайды по CS 1.6 почти на все темы. У микрофона DreamX Leo, и остались самые мелкие и простые вопросы. Недавно я проводил опрос на тему, что снять. Большинство из вас выбрали вариант, почему нам надоел CS 1.6, и мы ушли в другие игры. Такой ролик я уже сделал, будет подсказочка сверху, кому интересно. Есть те, кто выбирал и другие два варианта. Как поменять небо в CS 1.6 и как включить быструю смену оружия, чтобы оружие сразу выбиралось при нажатии на цифру и не выскакивали эти иконки интерфейса. По этим темам я также решил добить опрос, так скажем, и сделать данное видео. Сегодня я расскажу в этом коротком видеогайде, как убрать функцию повторного подтверждения при выборе оружия и чтобы оно сразу менялось, а потом сниму видео по смене неба в игре, так как в комментариях тоже просили об этом все. Пока я больше не знаю, что можно еще придумать, поэтому если у вас есть свои годные идеи, пишите их в комментариях. Ну все, растянул видео, собственно, как смог. Теперь к сути. Чтобы включить быструю смену оружия, достаточно прописать всего лишь одну консольную команду. Она называется Hood Fast Switch. Ее значение нужно поставить на единицу и нажать Enter. Теперь можете свернуть консоль и проверить. Быстрая смена оружия заработала. Отлично. Если вы захотите вдруг вернуть все назад, пропишите снова эту команду и поставьте ее в значение 0, тем самым отключив ее. Команду, конечно же, оставлю в описании. Ну вот и все. Пишите внизу, на какие темы еще снять гайды, кроме смены неба, или просто о чем можно сделать видео. Всех обнял, подписывайтесь, чтобы не пропускать мои стримы, врубайте колокол. Пока-пока.